Ну и Нойшлагерь. Плавательный бассейн на территории Нойшлагерь. 3 августа 2018 года. Маленький видеоролик сделаем. Как-то делали уже не один раз, видимо, видео. Но не в такое время. Воды стало меньше гораздо. Но рыбки плавают какие-то, ты что видел, рыбки. Мальки были заметны. Сохнет, все высыхает, в том числе вода уходит. Добавляться некуда. Неоткуда, да. Рядом с бассейном, я уже знаю, там мойка находится вон там. И туда идем, в ту сторону. Участники группы вспоминают, но очень мало за этот бассейн, кроме одного человека. Не буду говорить фамилию постоянно. Вспоминают, какие здесь были жирные утки. Плавали. А вот кто здесь купался? Купались ли военнослужащие срочной службы? Вот пчелы, очень много пчел. Видимо, недалеко пасека, и они прилетают сюда попить. Надеюсь, видно. Давайте увидеть. На мониторе я не вижу ничего. Ну, не значит, что их там нет. Они там есть. Много по всему, по всей кромке водоема. Тоже жарко. Работают. Пчелы собирают мед. С чего уже они его берут? Бог его знает. Ни цветов нет никаких. Никаких-то растений медоносных поблизости. Очень жарко, сегодня 32, вот сейчас 32, будет, наверное, больше. Вот черемуха, прямо здесь она растет возле бассейна. Видно, надеюсь. Вот. Довольно крупная, обычно не очень крупная, щуплая. Здесь, наверное, поближе к водоему, корневая система не страдает, наверное, от недостатка влаги. Ну вот и все. Посмотрели и ладно. Увидели мы бассейн в нынешнем его состоянии. 3 августа 2018 года. А там дальше идет работа. Идет снос. Работа. Да, вот. Снос носится склад один. Недавно мы делали фото. До свидания.